5 октября, идет снег, у меня в гостях Виктор, и мы собираем грибы. С Новым годом, господа! С новым счастьем! Увидел? Да. Снял. Болото. Спряталась красавица. Вкусняшка. Значит, мы с Виктором ездили в лес за грибами. Очень много волнушек полезло. До сих пор есть грибы, но не надо было никуда ездить. Грибы есть вот здесь, прямо здесь, у нашего домика. Вот они. Это вылезло огромное количество маслят. Посмотрите, каких. Они крепкие. Смотрите, что делается. И это не все. Вот там стоят и понеслась. По пути мы ловим рыбу. Виктор поймал перчатку. Ну, хотя бы что-нибудь. Так. Вот оттуда мы пришли, там мы живем. Такая деревушка здесь. Ну и цель нашего похода сегодня — этот храм. Сейчас мы пойдем на службу. Но щуки пока мы не видим. Наваливает на весла. Он знает, что сегодня баня. Будет правильно сделано. Сегодня последний денек. Морозный. Есть у нас почти ведро рыбы. Виктор едет у нас сегодня рыбой в город. Есть сик, сика, такой подлещик. И, конечно же, обалденный диш, наш хороший. Вот еще один есть. Давай еще одного ища. Обыкновенная снайперка у нас будет коптиться. Смазываем маслом. Мы убираем. Рыбка у нас пошла в коптильню. Сейчас мы накрываем плотно крышкой. Мы надеемся, наша рыба готова. Снимаем ее. Что там? Наша рыба готова. Рыба для Виктора, который гостит свою подругу Зей. Каждый гость, который приезжает ко мне, он всегда уезжает с рыбой и грибами. Приезжайте, угощу.